Новости ТВК продолжают следить за уникальным случаем в крае. В поселке Кедровый на забастовку вышли ученики одной из школ. Об этом новости ТВК рассказывали еще в субботу. Напомню, на крайние меры школьники пошли, чтобы добиться справедливости. Все дело в том, что там уже который день не проходят уроки, а причина тому – внезапное увольнение прежнего директора. Об этой ситуации знают и в Краевом министерстве образования. Они уже сделали официальный запрос в администрацию поселка Кедровый. Тем временем сами школьники говорят, не намерены завершать забастовку. Ну, устанавливаться нельзя, конечно же. Мы не знаем, идти завтра в школу или нет, или продолжить забастовку, так как администрация, она как думает? Она думает, что мы вот побастуем, мы успокоимся, да это же Кедровые, да они просто прекратят сейчас это все, и как бы можно будет заниматься ими делами. Нет, мы хотим, чтобы наш директор, многоуважаемый, любимый, довел нас эти два месяца до конца.